Добрый вечер, друзья! Я вас всех приветствую. Сейчас одну секунду я никак не могу получить свой файл, с которым я работаю. И мы начнем с вами наш разговор. Что-то странное тут. Не могу получить сейчас, секундочку. Пробую другим способом. Да, что-то... Окей, мы тогда начнем прямо с, с компьютера. Почему-то мне не, пере, не хочет переходить сюда. Да. У нас э, Wi-Fi работает, да? Окей. Ладно, неважно. Друзья, итак, начнем по порядку. Сначала вот буквально сейчас новости этого часа сообщают о том, что в Одессе мощные взрывы и по области объявлена воздушная тревога. Ранее сообщали еще днем о том, что утром Одесской области по ней был нанесен ракетный удар ракетами Х-31 с самолета Су-30. Бомбили прибрежные поселки. И есть повреждения жилого дома и информация о пострадавших на тот момент уточнялась. Но, конечно, самая большая трагедия произошла в часов в Яр. Это, кстати, родина Кобзона. На Донецке, на Донецчине. Значит, что там произошло? Россияне, вот эта вот сводка, когда выходит Коношенков и рассказывает, что там сверхточным аналогов нет, оружием попали, по уничтожили роту националистов, 50 самолетов, 15 тысяч танков и вот это все. На этот раз э, сообщение бу звучало буквально так. Уничтожением э, э, высокоточным ударом был уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Это так они э, именно в Часовом Яре. Так они отрапортовали в своем донесении в официальной сводке с фронтов. Что произошло на самом деле? Куда прилетела эта ракета? Давайте посмотрим наше первое видео и сами увидите. Сука, бля. Бля, развалили нахуй все здание. Jesus, fuck, man, Я и yeah, right? Это было целое здание. Блядь! <плодисмент> э, сука! Ебаный, <плодисмент> То есть, друзья, вы видите своими глазами, что на самом деле ракета прилетела в обычный жилой дом в пятиэтажку, и никакая там не бригада дислокации, не знаю чего. Э -э обычная жилая многоэтажка, и в доме полностью уничтожены два подъезда. Ага, вот наконец-то что там этот мой -за зависание пропало. Так, сейчас, секундочку. Да. И полностью уничтожены два подъезда в жилом доме из-под завала вот на этот час, потому что это произошло еще в выходной день. И вот до, сегодня до этого часа продолжают поступать сообщения, оттуда извлекают людей. Из-под завален 8 человек удалось спасти и 20 человек погибли. 20 трупов уже достали из-под завалов. Ну, просто очередная громадная трагедия, которых очень много в этой войне. Но, знаете, как-то гибнут люди каждый день. И гражданские люди гибнут каждый день. Но вот так, знаете, когда массово в каком-то одном месте происходит такая трагедия, это, конечно, как-то, ну, особенно болезненно чувствуется, когда вот люди сидели вчера еще в своих квартирах, не думали, что все вот так обернется, и вот так. Кстати, я всем вам, друзья, рекомендую. Вышел новый мультик «Масяни». Ну, кто, кто не знает, я не думаю, что такие люди есть, которые не знают. Но, тем не менее, если кто-то не знает, это такие серии мультиков для взрослых, которые, ну... Для взрослых не в смысле, что для взрослых там серия XXX. В смысле, что не детские мультфильмы, а серьезные мультфильмы. Там, короче, затрагивают такие актуальные проблемы. Это было всегда. То есть они всегда говорили о каких-то болезненных проблемах для российского общества. Это делают э, россияне. И вот вышел очередной мультик «Масяне», где ей приснилось, как будто... Нападение произошло на Россию. Китайцы напали, и вот люди сидят в бомбоубежище, как вот это все происходит, как они обмениваются новостями. Это, конечно, я всем рекомендую посмотреть, особенно россиянам, знаете, чтобы немножко почувствовать себя в шкуре э, тех, на кого вы сегодня напали, как как людям в Украине, каково им. На самом деле мультик, он, знаете, ну, меня зацепил прямо очень сильно. Я не знаю, я думаю, что так должно быть со всеми э, нормальными людьми. Так, друзья, приходят ваши приветствия. Нас приветствуют Турин, Брошов, Херсон, Финляндия, Афины, Испания, Германия, Запорожье, Южноукраинск, Сороки, Волынь, Одесса, Латвия, Николаев, Мальта, Солт-Лейк-Сити, Израиль, Эстония, Черновцы, Кривой Рог, Грузия, Ницца, Кривое озеро, Киев, Кишинев, Литва, Ташкент. <coughs> друзья, всем вам огромный-огромный привет, это... Очень приятно, что вы нас смотрите регулярно. Я знаю, что и, когда мы опаздываем, сразу появляются сообщения. Вы где? <laughs> Вылазь, не прячется". Нет, друзья, просто бывают иногда технические проблемы, из-за которых вот, э, происходят такие накладки. Но в любом случае, да, я хочу особо по поблагодарить Марианну. Я не буду называть фамилию, потому что как бы, не давали мне такое право. Я не знаю, откуда она, из какой страны. Она сделала очень большой донат нам. Ночью пришла э, на PayPal. И спасибо вам огромное. Это рекордный донат за все время, когда мы... Работаем и надеюсь, что другие тоже будут поддерживать наш канал, потому что для нас это очень важно. Ссылки, как это сделать, есть в описании. Вот QR-код, который вы видите на экране, через него можете стать нашим патроном на PayPal. Так, друзья, едем дальше. Что же происходит на войне? Кстати, давайте я гляну, если появились более свежие какие-то сводки с фронтов. Да, есть от генштаба сообщение. Давайте тут буквально парочку тезисов. В направлении Краснополя ВСУ отразили очередной штурм и остановили продвижение российских войск. На Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожских направлениях противник совершал обстрелы из артиллерии различных калибров и наносил авиаудары. Украинские силы в очередной раз отразили наступление вооруженных сил РФ в направлении Марьинки. На южно направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допускать наступления в ВСУ. В акватории Черного и Азовских морей в готовности к ракетным ударам российские войска продолжают удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 ракет типа «Калибр». Ну, то есть вы видите, что продвижения у них нет абсолютно ни по каким направлениям. И вопрос от вас, Андрей, можно ли ожидать в ближайшей перспективе нахождения консенсуса между западными союзниками и военным руководством Украины по вопросу уничтожения объектов на территории РФ? Сложно сказать, знаете, об этом говорят уже некоторые западные политики, даже говорят, что даже сегодня какой-то конгрессмен об этом написал, о том, что надо дать Украине право обстрелить, ну, он там написал так, стрелять по Крыму, по что-то он там еще назвал, какие-то объекты, и по российским объектам. Это более сложная тема, не знаю, насколько, ну, с другой стороны, я не знаю, насколько это важно сейчас в Украине. Понимаете, сейчас на самом деле происходят очень интересные вещи, там просто выносят штабы, склады оружия, скопления живой силы на отдаление от фронта, я имею в виду украинцы, выносят русских. Хаймер сами долбят просто что-то нереальное, происходит по десятке точек уничтожается в день очень важных. То есть стратегически важных, давайте дойдем до этого, сейчас немножко об этом поговорим. Про стрельбу в сторону России, я думаю, что пока официально никто это одобрять не будет, но вы знаете что... Я хотел бы этом сказать дальше, но скажу сейчас. На самом деле происходит непрерывная эволюция. Вы... Вспомните, что когда только началась война, говорили, что поставка артиллерии это невозможно. 150... 155 миллиметрового оружия нет. Пожалуйста, хотите гранатометы, хотите автоматы, каски, бронежилеты, патроны серьезного оружия нет. Сейчас уже об этом забыли, это уже смешно. Артиллерию поставили уже давно, уже ставят РСЗО, и уже ставят РСЗО плюс, как они называются, с добавкой G, GMRLS, то есть вот эти вот ГУАЙТ, uh, направляемые ракеты, которые летят на 150 километров. То есть уже этот вопрос uh, пробили. Уже ставят ПВО, вот эти, uh, как они называются, на ЛН, на... Uh, на Самс, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть уже это ставят. Каждый день э, меняется. И вот вот опять-таки э, обстреляли эту пятиэтажку. Весь мир это видит. Там находились иностранные журналисты. Все это дело сняли. Автоматически, значит, где-то что-то опять сломается, какой-то барьер, и пойдет еще какое-то оружие. Пойдет еще кто-то, кто, -то, кто -то скажет, ребята, а что вы? Ну вот там же в Курской области там какая-то военная база в России. Чего вы по ней не ударите? Вы чего ждете? Так что я думаю, что это все эволюционирует. И вот сегодня важные пришли сообщения. Ну, во-первых, президент Украины прокомментировал, э, мы с вами обсуждали, что Украина, что Россия якобы объявила оперативную паузу. Что, дескать, Путин сказал, все, дайте войскам отдохнуть, ребята устали. На самом деле, вот что говорит по этому поводу Зеленский. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки. Это ответ всем тем, кто придумал эту паузу. Он добавил, что можно сделать еще много для того, чтобы потери РФ стали такими, после которых действительно будет пауза перед их бегством с нашей земли. То есть на самом деле никакой паузы нет, обстрел идет нон-стоп по всей линии фронта непрерывный идет обстрел. Другое дело, что они не могут наступать. Почему они не могут наступать? Ну, и реально выдохлись. Ну, и то, что Украина им выносит тылы, то есть им просто не с чем наступать. У них нет э -э припасов, у них нет, даже питания нету. То есть у них сейчас тяжелейшая ситуация. Именно они этого не ожидали. Потому что они думали, что если там склад где-то там 30-40-50 километров за спиной, как бы все окей. Можно наступать, оттуда непрерывно подвозит машина, ну что там 50 километров. Раз и приехала склада больше нет. Они уже и держат там уже какие-то основные в Крыму и так далее. Поэтому уже становится наступать уже, ну, фактически невозможно. Так что вот так интересно. И вот здесь э, сегодня, наверное, исторический момент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Ну то есть прибрежные районы на юге, это имеется в виду Запорожская область, это имеется в виду Херсонская область, там кусочек маленький оставшийся Николаевской области, ну там можно не считать. То есть ну вот самое главное это Херсонская и Запорожская область, это то юг Украины, который хотя, кстати, и Крым можно отнести к прибрежным районам, он и есть прибрежный район. Так вот, Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы, заявил министр обороны Алексей Резников. Президент поручил высшему военному руководству разработать план по освобождению временно захваченных территорий. Поскольку те, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны, сказал Резников в интервью The Sunday Times. Вот этот то контрнаступление, которого все так ждут, президент приказал начать. Ну, это не значит, что начнется сейчас. Военным нужно утвердить планы. Значит, условно говоря, наступаем здесь, здесь имитируем удар, отсюда там бросаем какие-то дополнительные силы. То есть им все это надо подготовить. Я думаю, что это достаточно быстро делается, но сам факт, что приказ отдан, теперь вопрос только в технических моментах. Глава Николаевской... Гражданской военной администрации. Э, Виталий Ким также вслед за министром обороны заявил о том, что э, Зеленский отдал команду, он подтвердил это, команду ⁇ Освобождать Юг Украины ⁇ В этой связи жители временно оккупированных территорий Херсонщины, которые не могут уехать из региона, я вам в субботу говорил о том, что к ним обратились, к жителям оккупированных территорий, чтобы они бежали оттуда хоть через Россию, хоть как, потому что ВСУ будет наступать и не хотят, чтобы кто-то пострадал случайно. Так вот, обратились к тем, кто не может уехать по каким-то причинам, призывают подготовить для себя укрытие с запасом еды и воды. То есть, когда будут идти наступления украинской армии, чтобы эти люди могли где-то спрятаться в каких-то подвалах, погребах и ждать, когда придут войска освободителей, и тогда можно будет уже спокойно выйти. Хотя это нежелательный вариант, лучше все-таки уехать. Потому что, знаете, оказаться на фронте это никому не пожелаешь. Об этом заявил первый зам председателя Херсонского совета Соболевский. И он сказал, во время деоккупации наши бойцы будут работать максимально аккуратно, просто хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь. Но война есть война. Без боевых действий деоккупация, к сожалению, невозможна. И тем временем кстати, новость просто потрясающая. Знаете, я, я все больше убеждаю, что э, вот эти отчеты, которые делает Генеральный штаб России, они просто реально придумывают. Вот это, утром собираются перед планеркой. Так, что сказать? Скажи, что этот населенный пункт э, взяли сегодня. Если кто-то вспомнит, подожди, мы уже пять раз говорили. Тогда это они меняют. Но если нет, окей, значит в этой сводке будут раз захват этого очередного военного пункта. Скажи, что попали по батальону националистов. Окей, скажи, неважно, не попали в детский сад, в школу, в жилую пятиэтажку, неважно. И вот опять, э, Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении пункта батальона Торнадо. Ну, крутая новость, батальон Торнадо уничтожили их пункт, все окей. Но Маленькая такая деталь. Этот батальон не существует уже 7 лет. В 2015 году он был расформирован. Ну а так-то что? Ну уничтожили, уничтожили. Почему бы и нет? Как бы нормально, достижение. Путину отчитались. Путин опять-таки порадовался, похлопал в ладошки, что уничтожили батальон Торнадо. классно так -то как. Но его нету уже 7 лет. А теперь у нас э, уже становится постоянная рубрика э, «Плачущий Гиркин», мы ее так и будем называть. Э, вот он рассказывает, что на самом деле происходит на фронтах. И, повторяю, для, для меня это очень важный источник информации, потому что человек от всей души ненавидит Украину. И поэтому то, что он говорит, он говорит правду. Давайте послушаем, что же он говорит. Если верить Коношенкову, то украинская армия уничтожена уже раза три. Ну, правда, и в 1941 году, если верить сводкам из информбюро к декабрю, весь вермах был уничтожен практически полностью, даже с превышением. Так что это нормально для военной пропаганды. Но здесь вот есть такой момент. Последние две недели противник активно отвечает по нашим тылам. И, к своему населению, прекрасно известно, потому что пожары и детонации происходят на их глазах. Так вот, противник за последние две недели уничтожил у нас не менее восьми крупных артиллерийских складов, причем уровня корпус армия. Ну, там может быть пару бригадных, конечно, но в основном это крупные артиллерийские склады, ракетно-артиллерийское ракетно вооружение. Кроме того, уничтожено довольно большое количество нефтебаз, уничтожено некоторое количество командных пунктов, причем, ну, не батальонных явно, а немножко повыше, уничтожены позиции ПВО, на отдельных участках. Плюс действиями ДРГ взрываются мосты и так далее и тому подобное. То есть речь идет о том, что игра в одни ворота, когда наши ВКС и ракетные войска расстреливали тыловые объекты противника, практически не получая сдачи, она закончилась. Знаете, мне Гиркин нравится даже больше, чем Арестович. Ну, как бы Арестович с, с хорошей стороны, с, с светлой, так скажем, а Гиркин со стороны этой преступной российской оккупационной власти. Но, тем не менее, говорит он очень интересные вещи. А, и у меня еще цитата вам Гиркина, но сначала я хочу, чтобы не накапливались ваши вопросы. Сейчас я, секундочку. Андрей, что знаете по делу Ермака? У меня нет подробностей. Я знаю, что кто-то, по-моему, конгрессмен, какой-то женщина, какая-то конгрессмен США, обвинила его, что он работает на Россию. Но э, были такие, помните, эти обвинения еще раньше, когда этих вагнеровцев с Белоруссии, там пытались задержать, что якобы это он провалил. Я, я честно говоря, не знаю. То есть у, у меня нет такого уровня информации, чтобы сформировать свое окончательное мнение, что да, это правда или да, это неправда. То есть, как бы, сейчас в этой ситуации мы не можем подозревать. Зеленского, что он на стороне России, ну, он как бы это доказал. Потому что то, что он не сбежал с Киева, фактически это ну, одна из ключевых ролей, почему Украина э, выстояла. Потому что, конечно, если президент сбежал, это была бы полная деморализация армии. И, то есть... Э, если на самом деле э, Ермак работает на Россию, ну, Зеленский должен это знать. Поэтому э, сложно сказать, не знаю. Пока ничего не могу прокомментировать. В Бурятии приземлился самолет со 150 военнослужащими, которые расторгли контракт с Минобороны. Э, знаете, сейчас в России очень массово это вот те, кто выходит, выводят их на ротацию. Почему Путин старается не выводить войска на ротацию, а держит их там до упора? Потому что те, кто выходит, они тут же отказываются продолжать контракт и возвращаются домой. Там целыми частями это происходит, поэтому, конечно, для них это сейчас большая проблема. Но мы дальше с вами поговорим. У меня есть информация, чем они возмещают. you <laughs> Андрей, доводилось ли вам общаться с людьми, пораженными вирусом Роспропаганды? Людям поражают настолько психику, что без длительного труда психологов, а то и психиатров не обойтись. Что вы думаете? Ну, так, конечно, приходилось. Таких людей полно, я знаю, которые как бы, полностью там мозг поражен. Знаете, на самом деле, я думаю, что вот так вот в беседе вылечить такого человека ну, почти невозможно. То есть, да, у меня есть примеры людей, с которыми я долго общался, вот прямо буквально годами. Но максимум, чего могу добиться, что, ну да, Путин, Конечно, козел. Не, ну Россия-то, но ну, она же вот Америке противостоит это же хорошо. То есть, ну, как бы, э, частичное излечение возможно. Но ну, так, чтобы прямо человек полностью стал адекватным, ну потому что, понимаете, если он уже как бы погрузился в это безумие российской пропаганды, уже говорит, что у него что-то немножко с головой, а может быть, не немножко, есть проблема. Потому что человек, который изначально психически здоровый, ему, ему очень тяжело грузить этой пропагандой. То есть, значит, у него какой-то дефект умственный уже был. И поэтому эта пропаганда так удачно пустила корни у него в голове. Поэтому, да, наверное, тут только психиатры и, и психологи. Еще есть цитаты Гиркина. Противник, это он уже написал в социальных сетях, противник продолжает наносить ракетные удары и на Донбассе. По всей видимости, российские средства ПВО относительно, весьма относительно справляются с атаками с помощью точек У и ураганов. Оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами «Хаймерс». Сегодня снова пылает и детонирует «Шахтерск». Там уничтожили огромную базу вооружения российского. Это оккупированный «Шахтерск». Сильнее, чем в прошлый раз – за минувшие 5-7 дней поражены оказались свыше 10 крупных складов артиллерийских и прочих боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же мест расположения личного состава в нашем ближайшем и глубоком тылу, а также несколько позиций ПВО и артиллерийских позиций. Понесены большие потери в личном составе и технике. Ну вот э, так, такие хорошие новости от Гиркина, наш новый успокоительное, который успокаивает покруче, чем Арестович. Э, ну вот э, давайте поговорим о том, чем заменяет Россия свои войска вместо тех, которые бегут сейчас массово. Я вам зачитывал в конце прошлой недели о том, что приходят доказательства, все больше доказательств от разных правозащитных организаций, что началась массовая вербовка в тюрьмах. То есть приезжают туда ФСБшники, другие там, что? Кто хочет э, амнистию? А люди сидят, понимаете, у кого-то срок 10 лет, у кого-то 15. Чтобы вы понимали, это все очень серьезные срока. Это преступления, ну, не, не мелкие кражи. То есть это убийцы, насильники, всякие психопаты, э, вооруженные грабители. И вот к ним приезжают ребята, что, хотите родине послужить? И да, на фронт. Давайте, мы вам даем оружие, все, вперед, потом амнистия, вернетесь домой вперед там дальше насилуйте, убивайте уже русских. Как бы э, очень заманчиво звучит. И вот э, еще одно очередное видео, на котором заключенных ИК-1, УфСИН Вадагей вербуют э, на войну с Украиной. Давайте посмотрим. Че? Нихуя в ТикТок сейчас выложу, блядь. <решит> Серьезно, я тоже съебался. Тут. Вова тоже съебнул, блядь. Вова пошел. Да? Ну, бля, все едут, короче, блядь, то ли красть, то ли воевать, хуй поймешь, блядь. Российские правозащитники пишут, что вербовкой занимается ЧВК «Вагнер», это вот частная армия Путина, и сайт «ГУЛАГу нет» утверждает, что именно вот из этой конкретной данной колонии согласились поехать на войну порядка 300 человек. Проект сообщает, что осужденных массово набирают на войну в Украине по всей России, а случай вербовки известно из Исправительные колонии 9 города Шахты Ростовской области и К1 в Семилуках Воронежской области и К4 Фарносова в Петербурге и К5 Нижегородской области, а также Липецкой области, Мордовии и Краснодарском крае. Ранее Астра писала, что из ФКУ и К-11 в городе Бор, Нижегородской области, 50 осужденных отправились на войну в Украине взамен на амнистию. До этого важные истории проект сообщал о вербовке заключенных в Санкт-Петербурге. Но я вам скажу, что они не останавливаются на вербовке заключенных, не хватает, потому что ну, 300 из этой колонии, там, ну, наберут они несколько тысяч. Это не, не переломит на фронте. Поэтому дошло до того, что на федеральных каналах, Прямо во время вот этого вот их этих пропагандистских ток-шоу Киселев, один из самых главных пропагандонов, рекламирует фактически набор в э, армию. Притом, э, знаете, как будто сюжет, ну, типа, пошли посмотреть, как там идут добровольцы. Но дают телефоны. Естественно, я их заблюрил. Но сам факт, что прямо с федерального канала дают телефоны, как, как можно завербоваться и пойти сдохнуть на войне. Давайте посмотрим, как это выглядит. В начале недели мне довелось побывать в Чечне, в Гудермесе, где при поддержке Минобороны и Росгвардии действует российский университет спецназа. Именно на его базе работает центр подготовки добровольцев, что едут сюда со всей России. Как правило, это зрелые мужчины. Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу, и тут же принимают, быть может, самое важное решение в своей жизни – Моя задача была поддержать добровольцев, укрепить их в сделанном выборе. А получилось так, что ясности, энергии и воли у них столько, что готовы были всем этим делиться. Мы говорили в шатре. До отправки на Украину оставалось 2-3 дня. Слово ⁇ Родина ⁇ оно корень в нем ⁇ род. Да. И вы сначала должны научиться быть защитниками своего рода. А когда придет время, то мы все станем объединимся и пойдем на защиту Родины. Вот так вот, друзья, уже с федеральных каналов рекламируют, как э, пойти и э, убиться на фронте. Так, здесь пишут вопрос. Э... Андрей, ваше мнение по поводу молдавского фейка, что Украина перемещает в Маркулешты боевые вертолеты? Этот фейк разогнали, естественно, пророссийские все наши СМИ, uh, уже он опровергнут, это два гражданских вертолета, которые применяются для тушения пожаров, их привезли на ремонт к нам в, в аэропорт Маркулешты. В принципе, я сразу, когда их везли, было видно, что это не боевые, хотя они были завернуты, но маленькие вертолеты. То есть, я не знаю, если где-то существуют в мире такие маленькие боевые вертолеты. Поэтому, но, конечно же, всякие вот эти вот говномолка там и другие пророссийские СМИ, они тут же Устроили форменную истерику, просто на говно и зашлись. Как это так? Нам, ну, мы же нейтральные, мы должны помогать Украине. Это мы... Ну, как бы пес с ними. А, Андрей, что думаете по поводу усилий Байдена, по поводу о, понижения цен на нефть? Какие видите тут перспективы? Ну, о, вроде как потихоньку работает, нефть стала подешевле. Вот у нас в Молдове уже пятый день подряд э, снижается цена на топливо. Я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что, ну он, кстати, Байден сейчас летит в Саудовскую Аравию. И там вот некоторые расписали, что там, ну, короче, какие-то цели типа, обсудить гуманитарную катастрофу. Я думаю, это все фигня, друзья. Он летит именно для того, чтобы убеждать саудитов увеличить поставки нефти на рынок. Потому что они могут это сделать. Им, в принципе, не очень нужно, потому что им хорошо и так продавать мало за больше, чем продавать много за, за меньшую цену. Но у Америки всегда есть какие-то рычаги влияния, там какие-то, я не знаю, что он им предложит, какие ништяки, что в обмен, там какое-то, может быть, оружие американское они очень любят покупать Поэтому я думаю, он убедит их. И для, это, опять-таки, он это делает не для нас, не для Молдовы, не для Украины, он это делает для себя. Потому что в Америке тоже громадные цены на бензин, рекордные. Таких никогда не было цен. им очень важно сбить эти цены. Потому что если он собьет цены, то осенью у его партии гораздо будет лучшая ситуация на выборах. Поэтому я думаю, что он сейчас приложит все усилия для того, чтобы сбивать эти цены. И я думаю, что результаты будут еще э, приятные, результаты, которые нас удивят. Андрей, добрый вечер. Что вы думаете по поводу того, что после такого активного уничтожения арт-складов русских надо э Хаймерсами срочно уничтожать ПВО и аэродромы. Если русские не смогут артиллерии бомбить, так они не будут сидеть, они начнут авиацион... авиации работать. Мы не достанем э, их аэродромы. Ну, смотря какие. Если, если, Опять-таки, знаете, если, если дадут э, для Хаймерса те снаряды, которые летят на 300 километров, то большинство аэродромов, которые сейчас используются, можно будет достать. Если нет, которые аэродромы в, в тылу России, например, с Каспия стреляют регулярно, но это, это очень далеко туда ничем не достать из того что есть у украины поэтому э, знаете многие говорят даже о том если сейчас война вот фронт стабилизируется и не будет никакого движения ну, вот допустим сейчас украина отобьет то что сможет отбить потом на каком-то этапе они остановятся и вот э, будет замораживание фронта обстрелы будут продолжаться еще очень долго украина со своей стороны будет обстреливать туда куда может достать но ну, и россия будет обстреливать со своей стороны поэтому то есть психологически к этому надо быть готовым что ну, еще достаточно, ну, по крайней мере, несколько месяцев точно, пока у России не начнут заканчиваться крылатые ракеты, потому что артиллерии можно доставать только ну, относительно близко. А крылатыми ракетами они могут и на 5000 километров доставать и дальше. Друзья, сегодня три новости, связанные. Вот э, плохо сложились выходные для гауляйтеров, этих оккупационных войск, которых Россия назначает оккупационную администрацию. Вот э, пришло сразу несколько информаций. МВД по Запорож... так называемая МВД по Запорожской области, это оккупационная структура, сообщила, что было совершено покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигит... Сигуту. Это местный гауляйтер, но ему удалось выжить. Ну, я всегда в таких случаях говорю, что мы надеемся на лучшее, что ну какие-то вещи, может быть, не с первого раза должны получаться. В Херсоне предотвратили, кстати, это уже не первое покушение на главу местной администрации, это главный гауляйтер Сальдо Владимир Сальдо на пути следования машины была заложена бомба, ее вовремя обнаружили и обезвредили. Тоже ему повезло. То есть вот такие вот две плохие новости и э, хорошая новость. Российские СМИ сообщили, что в результате подрыва машины был ликвидирован глава администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгений Юнаков, тоже местный, как их называли, ну, помимо гауляйтер, местный полицай или местный, короче, сотрудник оккупационной администрации. Вот э, для него выходные сложились плохо, ну а для э, Украины нормально, потому что уничтожение предателей – это норма. Так, много идет от вас сообщений. А что с вывозом зерна? Эрдоган... Э, кстати, хорошо, что вы напомнили. Путин и Эрдоган вроде как договорились о личной встрече. Сегодня они разговаривали по телефону, и э, российские СМИ сообщили о том, что было принято решение провести э, личную встречу. Видимо, я думаю, что будет обсуждаться в первую очередь как раз вывоз э, зерна, потому что ну, технически он уже более вероятен, потому что змеиный освобожден. Раньше не могли ходить корабли именно потому, что он стоит на пути исследования кораблей, и если там русские, то они могли топить эти корабли сейчас это как бы более реально ну посмотрим вот я не понимаю где канадская нефть на рынке наверное где канадская нефть а вы о чем думали в каком смысле а андрей надеюсь идет к финишу Война нет, пока не думаю. Я думаю, что минимум до, ну как и, и прогнозы от э, серьезных всех э, источников, что минимум до конца года война еще будет. Если не произойдет какое-то чудо, ну как бы, то есть надо быть готовы, что да, может быть Херсон освободят уже в ближайшие недели, ну, месяц по крайней мере. Но то, что война на этом закончится, нет, не закончится. Андрей. Уже есть подбитые танки Т-62 после попадания старого советского РПГ-9 у него отлетает башня. Джавелины долетают с расстояния большего, чем прицельные орудия их ВСУ много. На, на что расчет? Они на что не расчет. Понимаете, вот танк Т-62 это танк производства 62 года. Русские сейчас притащили очень много этих танков в Украину. Не, не на, на что-то расчет. Просто у них кончились другие танки. Их очень мало. Потому что, особенно в первый месяц войны, было уничтожено какое-то нереальное количество там более тысячи российских танков, потому что они не ожидали, что джавелины будут их так как орешки просто щелкать. И знаете, они вот помните, в первые дни войны вы, наверное, видели эти танки с, э, российские, сверху была приварена какая-то сетка, как украинцы шутят, кровать сверху приваривали, или, или, или курятник, там насест какой-то. А вот они сверху на таких вот железных опорах ставили э, металлическую сетку. Они думали, что Джавелин будет попадать в эту сетку, взрываться и танк не будет повреждаться. Но ну, Джавелин не знал о том, что это есть такой хитрый план, поэтому сжигал танк полностью со всем экипажем, поэтому хорошие танки у них почти закончились, вот сейчас уже и 50, Т-56, по-моему, не помню, короче, 50 какого-то года танк производства, тоже он уже в Украине, и уже видео выкладывают, и вот эти 62 е танки, короче, их там много, все, старье, тащат, вытаскивают со складов, собирают из трех или из четырех один, который может ехать, и вперед в бой, не потому, что это какой-то хитрый, какой может быть хитрый план воевать на технике, которой 70 лет. Это не хитрый план, это просто отсутствие другой техники. И вот давайте немножко как раз поговорим про технику и про оружие. Советник министра... Внутренних дел Украины Геращенко э, написал интересный пост. Я вам процитирую кое-что из того, что он написал. «Ц-400, это хваленная система ПВО российская, не в состоянии сбивать ракеты «Хаймерс». В Минобороны РФ начали разработ... р... начались разборки с руководством производителем хваленных систем ПВО «Ц-300» и «Ц-400» концерном, концерном «Алмаз-Антей». Глава правления, бывший премьер-министр РФ Михаил Фродков и директор концерна Ян Новиков могут не только лишиться постов, но и получить уголовные дела за подрыв обороноспособности РФ. Руководство этой преступной организации во, многом э, во время заключения многомиллиардных контрактов на поставку С-400 гарантировало, что их система ПВО будет гарантированно сбивать не только самолеты и вертолеты, но и ракеты запускаемых американских РСЗО «Хаймерс». То есть это не идет речь о «Сейчас» когда подписывался контракт на поставку этих С-400. Говорили, что это аналоговнетная система ПВО, которая может сбивать абсолютно все. В принципе, вот первый звоночек можно было понять еще лет 10 назад, когда в Сирии, когда израильские самолеты летали над этими С-400, просто на них плевали, те, те их не видели просто физически. А потом начали какие-то идиотские объяснения, что, потому что земля круглая, ну, в стиле Юрия Лозы, что реки не могли бы плыть, если бы земля круглая, потому что, вот, на самом деле земля плоская. Видимо, инженеры, которые разрабатывали эту систему ПВО С-400, тоже думали, что земля плоская. А когда оказалось, что она круглая, система ПВО не, не увидела израильские самолеты. В принципе, я тогда понял, что это говно, такое же, как и все их остальное оружие. Но вот сейчас пришли очередные доказательства. Хаймерсы, которые предполагалось в случае войны с Америкой будут прекрасно сбиваться этими С-400, оказалось, что они их тоже не видят и не могут сбить, и не попадают, когда их даже там чуть ли не на ощупь запускают. И вот об этом как раз говорится. Как всегда это бывает в ВПК России, технические характеристики флагманского комплекса ПВО были завышены в разы, а деньги выделенные на разработку С-400 благополучно разворовали. Обман выявился недавно, когда С-400 не смогли сбить ни одной ракеты Хаймерс ни, ни на Донбассе, ни в Запорожской, ни в Херсонских областях. Мало того, во время удара по военной базе русских в Виловайске ракетами Хаймерс был уничтожен комплекс С-400, который должен был прикрыть этот район от ударов с воздухом. То есть ПВО С-400 не может не то, чтобы охранять воздушное пространство, а даже не в состоянии защитить себя самого. Вот так, друзья. на C-400, которое было доказано сначала израильскими самолетами, что оно, в принципе, полная херня. И сейчас «Хаймерс» тоже спокойно над ними пролетает и как бы и, и, и даже не знает, что там есть это ПВО. И оно само не знает, что оно есть, потому что когда попадает прямо в него, вот тогда оно узнает, что «А, это был «Хаймерс», да». Но теперь уже э, самой установки нет. Еще новость от правительства Германии. Оно в ближайшие месяцы рассчитывает поставить Украине больше, большее количество боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Гепард. По данным Дершпигель, власти ФРГ договорились с производителем в Норвегии о выпуске снарядов. Их нехватка тормозила отправку э, вооруженным силам Украины этого оружия. Правительство ФРГ нашло производителя боеприпасов для ЗСУ Гепард, которые э, обещали Украине. В ближайшие дни произведенные ими боеприпасы испытают на полигоне Бундесфера в Путлос, земля Шлизвинг, Голштейн. Берлин планировал начать поставки 30 гепардов в июле и одновременно пытался решить проблему боеприпасов, так как на складах Бундесфера осталось менее 60 тысяч снарядов, а основной производитель Швейцария отказались поставлять их Украине. И вот, кстати, вот здесь э, следующее сообщение тоже министра обороны Украины Алексея Резника. То, что я вам говорю, вот ситуация, она эволюционирует. И вот что он пишет. За 4 месяца мы прошли путь от полного отрицания идеи предоставления нам артиллерии 155 калибра, которую сейчас уже воспринимаем как нечто привычное к применению Хаймерс против российских оккупантов. Каждый шаг мы начинали с одинакового ответа. Это невозможно. Несмотря на это, уровень нашей взаимо э, взаимосовместимости с армиями Альянса стремительно... Растет. Ну, фактически уже Украина воюет оружием НАТО. То есть, уже сейчас большая доля украинского оружия это оружие стандарта НАТО. То, что они получили от а, партнеров. И еще одно сообщение от министра обороны: Украина прошла тест на использование западных образцов э, РСЗО, в частности Хаймарс. Однако ВСУ нуждается в срочных поставках большего количества оружия. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в, изда в интервью The Wall Street Journal. Нам нужно было э, убедить западных партнеров и предоставить им доказательства. В случае с «Изюмом» мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали, вы прошли тест. По словам министра обороны, высокомобильные реактивные системы залпового огня «Хаймерс» изменили правила войны, но ВСУ необходима техника, которая будет поражать цели на дистанциях 150 километров. Короче, к тем «Хаймерсам», которые уже идут, нужно просто другие снаряды, которые бьют не на 80 километров, как сейчас, а на 150 километров. И это вполне реально, кстати, про то, что он говорит в Изюме, там был поражен штаб э, российской армии, было уничтожено сразу несколько очень высокопоставленных офицеров, несколько генералов. Они просто не предполагали, что на таком расстоянии от фронта кто-то по ним может попасть, и по ним таки попали, и их больше нету. Ну, помимо э, таких вот, вот реально крутого оружия самого современного, украинцы изобретают э, совершенно такие, знаете, ну самоделкины вещи, которые работают очень эффективно. Вы, наверное, видели, кто смотрит в интернете много вот выкладывают видео украинские бойцы, когда э -э коптер летит и бросает фугасную мину и попадает. Притом попадает очень точно, потому что это с малой высоты, и она летит строго вниз. То есть они даже попадали в люк танка в открытый, в машину, в заднее окно, и там весь салон разлетался, в окопы. Постоянно этих видео очень много, где сидят русские в окопе, там кушают или там не знаю, что они там делают попадает прямо на них этот э, видео с солдатом, который там вышел в поле справить нужду. И вот ему вместо бумажки скинули с этого квадрокоптера эту мину. И вот я хочу показать вам коротенькое видео, как это выглядит, как они заряжают. Эти, это обычный гражданский квадрокоптер. Вот продаются эти квад, квадрокоптеры для съемок, для развлечения, в любом магазине техники, где продают гаджеты. И вот как украинцы научились оборудовать их э, для мин. Это имеется в виду 82 миллиметровый минок весом 3-4 килограмма давайте посмотрим Заряд такого боеприпаса при падении э, дает около 400-600 осколков, которые поражают живую силу в радиусе 60 метров. То есть, ну, это более чем эффективно. Представляете, вот обычный дешевый квадрокоптер, который даже собьют-то хрен с ним. Ну сколько он стоит там? Ну 500 долларов. В масштабах войны это, это вообще ничего. Это просто смешно. То есть их можно покупать каждый день новые, но, в принципе, их не так уж и сбивают. Там нечем у них сбивать. Я, кстати, сегодня видел э, видео тоже у, у Золкина, э, который берет интервью у российских пленных. Там рассказывал пленный, как они всем подразделением 500 человек, э, короче, кто-то дал команду в воздух. Они выбежали с автоматами, увидели коптер, начали по нему стрелять, таки сбили его. Потом выяснил, что это был их коптер э, русской армии. Вот, но это рассказ самого пленного. Так, перед тем, как перейти, у меня, да, давайте. Что насчет Овсянниковой? Подтвердила, что она агент Путлера, дочь Вели уволили ее, она вернулась в Рашку. Ну, слушайте, я давно как бы сразу говорил, что у меня есть большие подозрения по поводу этой дамочки. В Украине ее очень нехорошо воспринимают, ей никто не верит, и она вернулась в Россию. Я не удивлюсь, если она сейчас опять всплывет на каком-нибудь там телеканале или еще что-то. Короче, операция по внедрению не прошла. Кстати, Андрей, я пропустил тему, кто, э, кто там с помощью насчет оружия и техники. Многие ли страны помогают? Идет помощь сейчас, с помощью все нормально, пока проблем никаких нет. Где пропал военный тиктокер Дон? Уже на небеса или в аду? Дон э, вчера, позавчера я видел, он в Саудовской Аравии. Э, не, э, не знаю, говорят, что он пошел уговаривать короля там. О чем он может его уговорить, я не знаю. Короче, на время он пропал. Так. В Белгороде титанировал склад с боеприпасами, разлетелись снаряды в пустые дома, а потом наложили мертвых, подогнали массовку, якобы ВСУ беспощадно убивает ни в чем не повинных граждан. Знакомо такое. Ну, слушайте, Путин, который пришел к через уничтожение жилых домов. Волгодонске, на Каширском шоссе и в попытках, там не удалось, в Рязани. Я не удивлюсь, что любую подлость, которую они могут сделать, я вообще ничему не удивляюсь. Андрей, а за Крымский мост ничего не слышно? Пока не слышно, но это, знаете, думаю, новость, которую я вам буду в какое-то ближайшее время рассказывать. Когда это будет, и мы обязательно, я даже вынесу это в заголовок, на картинку, обязательно это вам расскажу. Так, э, друзья, э, я вам говорил о том, что россияне страшно рады тому, что Борис Джонсон больше не премьер-министр Великобритании. Это прямо вот на федеральных каналах это просто был писк восторга. Ха-ха, рыжий ушел, все, хана тебе, мы теперь, теперь-то мы заживем. Так вот, сейчас самый большой претендент на пост нового премьер-министра, это действующий глава МИД Великобритании Ли Страсс она подала уже заявку официально она большой фаворит в консервативной партии то есть у нее это не значит, что она станет но у нее очень высокие шансы что она может стать новым премьер-министром великобритании и вот она сделала свое программное заявление я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять страной как консерватор на посту премьер-министра я возьмусь за дело будет э, будь то обеспечение поражения владимира путина в украине или стимулирование экономики два пункта в плане. Поражение Владимира Путина в войне и возрождение британской экономики, которая, в общем-то, напрямую связана. Чем быстрее закончится война, тем быстрее будут возрождаться европейские экономики. Вот так вот, друзья. Теперь я хочу, чтобы мы поговорили про такую очень интересную тему. Путин ⁇ агент Китая. Вот, кстати, меня спрашивают, понимает ли Путин, что пора отползать. Вот как раз сейчас мы об этом поговорим. Смотрите, друзья, вот э, очень интересная такая мысль. Меня на нее навел один российский оппозиционер, чье видео я смотрел. Ведь... Э, вот если задаваться себе вопросом, и мы это много раз, и зад... гостям нам, нашим, которые по скайпу выходили с Украины, различными экспертами, я задавал этот вопрос, почему? Почему вот это все происходит? Ну, с какой точки зрения? Я уже пытался найти какое-то, хоть какое-то объяснение. Ну, и, да, есть несколько объяснений, почему Путин так поступает, но они все как какие-то не, не полные, не отражающие как бы всей логики. Поэтому я многим нашим гостям задал а, а вопрос, а у не сумасшедший случайно? И они говорили, да нет, вроде не сумасшедший, да, может он, конечно, ведет себя не совсем правильно, но он, он, не дурак, точно. И, ну, смотрите сами, экономически, вот с точки зрения экономики, эта война может быть выгодна? Абсолютно нет. Россия получила санкции, которые, ну, просто никогда в жизни, в истории человечества никогда ни одна страна не получала таких санкций. Потом э, некоторые идут и говорят, вот она там сейчас вывезет с Украины там зерно, какие-то заводы, еще что-то. И вот за счет этого, во-первых, этого хватит, то есть они один раз продадут эти генералы, там кто-то украдут эти бабки и все. Для России это никак вообще не отразится. Потому что они вывезли заводы с оккупированного Донбасса в 2014 году. Где эти все заводы? Они где их? Просто распилили, распродали, бабки украли. Они по-другому просто не умеют. Если бы они умели... Они бы возродили тогда те территории, которые оккупировали в 2014 году. Даже тот же Крым сейчас живет хуже при России, чем он жил при Украине. Там полная деградация всего, и сельского хозяйства, и туристической отрасли, всего. Поэтому экономически эта война ⁇ это просто абсолютный идиотизм. Она не имеет никакого смысла экономически. Политически, может быть, политически, окей, типа Россия привыкла быть с плохой экономикой, но политически вот они выиграли. В чем? Страна стала изгоем сейчас в мире никто не хочет Путину подать руки, ну, кроме там каких-то там сирийцев, эритрийцев и не знаю кого. То есть, ну, ситуация политически очень плохая. Внутри, опять-таки, полностью пришлось э, уничтожить все независимые СМИ, уничтожить всю оппозицию. Почему? То есть это бы не делалось, если бы не было проблемы. Как бы, ну окей, критикуйте, мы готовы к критике. Но нет, их просто зачистили всех всех пересажали или заставили уехать из страны. То есть в России не осталось оппозиции. Значит, политически система дестабилизирована максимально. Политически эта война не имеет никакого смысла. Может быть, социально имеет какой-то смысл. Ну вот, дескать, сейчас как бы вот в обществе будет массовая поддержка, плюс там заработают какие-то военные проекты, но нет. Друзья, это тоже не работает, потому что это работает только в начале войны. Если война затягивается чуть больше, чем нам полгода, начинается обратный откат. И в обществе, особенно приходит э, масса похоронок, общество начинает э, потихоньку бурлить, типа, где результаты, где нафига нам это надо было, зачем, почему все начинают задавать себе вопросы. И самый главный вопрос. А зачем уничтожается российская армия? Она просто уничтожается, ее перемалывают в мясорубке, они выстреливают все свое оружие. То есть, окей, это, знаете, если вот у вас работает экономика, создают новое оружие, и вы от старого избавляетесь, но нового оружия у них нет. Потому что все эти хваленные там арматы, сарматы, шмарматы, все для всего этого нужны западные комплектующие, которые сегодня не поставляются. А делать ракету, знаете, в которой будут сидеть какие-то гномики и крутить педали, это, это не выход. То есть такого не может быть. То есть у них сегодня нет возобновления оружия. Более того, остановились даже те заводы, которые должны ремонтировать танки. Тоже нет комплектующих. Единственное предприятие на всю Россию, которое делает стволы. Ну казалось бы, ствол для пушки, ну хрень какая-то, труба просто, что там сложного. Но нет, только одно предприятие их делает, они не успевают. Потому что стреляют каждый день, стволы раздуваются, замены нет. То есть э, просто уничтожается армия, уничтожается э, живая сила. Уже порядка 36-37 тысяч уничтоженных русских солдат. Когда я говорю русский, я имею в виду не по этническому, а по гражданству, потому что там и буряты, и дагестанцы, и все такого, это, потери больше, чем за всю войну в Афганистане, там, за более чем 10 лет. Это больше, чем потери в две чеченские войны. То есть Путин просто тупо уничтожает российскую армию. То есть на момент начала вторжения было там порядка 150 тысяч, уже порядка 40 тысяч уничтожено. То есть почти подходит к третью. Треть армии ее просто нет. Да, там вместо них набирают сейчас там зеков, каких-то алкоголиков, бомжей, но это что качественная армия. И вот здесь возникает тогда вопрос: зачем это Путин все делает? Ну как какая должна быть какая-то мотивация? Вот он идет на все эти тяжкие, он даже не пытается остановиться. Вот он сейчас да еще еще пусть пусть, пусть уничтожают все до конца. То есть тут как бы есть два варианта ответа: или он просто клинический идиот. Ну, он не выглядит, несмотря на то, что я Невысокого мнения о его умственных способностях Он не настолько идет, чтобы не понимать, что происходит Он видит, что происходит Он получает доклады, он видит, что массовые э, гибель людей Солдат, э, что заканчивается оружие Что экономика летит просто в ад Он, он это все знает И, Да, ему, наверное, приукрашивают доклады Но все равно, он же понимает, что как бы, Подождите, а, э, я хочу в Киев поехать на парад Что, нельзя? Не взяли? Как не взяли? И даже рядом нету российской армии? А где? Под Авдеевкой, которую с 2014 -го года не можете взять, которая в 7 километрах от э, оккупированного Донецка. То есть он все это понимает. И тогда направится сам собой выбор, что он это делает осознанно. И тогда почему нет? Может быть он действительно агент Китая? Потому что Китай это, наверное, единственная страна, которая выигрывает в этой войне. Они стоят в стороне. Они не влазят ни в какие разборки. Они продолжают доить Россию. Они получают абсолютно бесплатно российский газ по э, газопроводу Сила Сибири, в который они вложили деньги в его строительство, и сейчас они берут газ бесплатно в течение десяти лет. Они должны брать этот газ бесплатно. Они получают российскую нефть с нереальным дисконтом. То есть, когда сейчас в мире нефть торгуется в районе там, 100 долларов за баррель, то есть они берут российскую нефть что-то в районе 50 долларов. То есть это просто фантастический подарок. Ну, потому что, во-первых, это 100 долларов за бренд. Российская Уралс стоит где-то, ну, должна была бы стоить где-то 90, может быть, 85, но они дают ее с дисконтом 30-40%. То есть китайцы просто сейчас кайфуют. И более того, Путин уничтожает российскую армию. Сейчас уже большинство экспертов говорят, что Россия, скорее всего, будет потом разрушаться, распадаться, там может начаться гражданская война. Но армии-то нету, значит, китайские друзья по просьбе, допустим, Уральской Народной Республики, по просьбе Якутской Народной Республики, по просьбе, не знаю, там какие, Ханты-Мансийской Народной Республики, они введут войска в Россию, им никто не сможет противостоять и просто приберут к себе все ресурсы э, Сибири, возьмут себе в пользование. Как раз они им очень даже нужны. Поэтому, как бы, ну вот, э, если взять, за, э, это теория, понятно, это не какая-то истина в последней инстанции, но если взять эту теорию за основу, то как бы все выравнивается, все становится четко. Более того, по этой теории э, очень даже будет оправдано, если Путин нанесет ядерный удар. Почему? Потому, допустим, тактическим ядерным оружием куда-то по какому-то одному городу, допустим, или в Польше, или в Прибалтике, или в Украине, не знаю куда. Потому что тогда мир ответит ему с максимальной жесткостью. То есть Москвы больше не будет, Петербурга не будет, то есть, ну, в России не будет э, нескольких очень крупных центров. Что это будет означать? Тогда это будет 100% означать внутри России невероятный бардак, но... Политического руководства нету от слова совсем они все уничтожены в тех городах, где будет нанесен удар, и армии нету. Бери не хочу, страна на блюдечке. Китайцы сидят просто и ждут, знаете, перебирают четкие и э, смотрятся туда в сторону России, когда агент Путин или Путин доведет все до конца, и тогда они. Ну вот реально, друзья, теория, как бы я вообще противник всякой конспирологии, но это на самом деле, может быть, не конспирология, потому что внедрять агента на высокий уровень такое происходило в истории человечества и не один раз. Просто, может быть, это будет беспрецедентный результат, да но сам факт, что это возможно и что это действительно вот как бы становится все понятно, да, вот как бы весь пазл сложился, все так и есть. Так что вот э, да и кстати давайте посмотрим вот на эту тему есть видео, которое частично тоже объясняет всю эту ситуацию. Давайте посмотрим. Друзья, еще и не то видео я вам показал. Сейчас, секундочку, я посмотрю, почему это не то видео, что получилось. Друзья, еще и не то видео я вам... Так, подождите. А что, того видео и нету, что ли? Сейчас, секунду. А, последнее видео. Я их перепутал местами. Седьмое, седьмое видео. Сейчас, да, да, седьмое видео. Режим, покажите седьмое видео. Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез, пока еще ничего и не начинали. Significant losses of troops, and it's 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 a huge tragedy for us. Ну и скажите, что теория не, не обоснована. Притом, знаете, вот даже вот я бы на, в этой теории больше бы обратил внимание не на то, что он сделал против России, там разрушение экономики, разрушение международных связей, изоляция, а именно то, с каким он маниакальным упорством утилизирует э, русский народ. Вот как они собирают всех, и притом это еще почему будет важно, почему вот условно говоря, если начнется вторжение Китая, то как раз вот эти вот э, мужики, которые там из Сибири, еще откуда там, которые там по 40, по 50 лет, они как раз и могут быть теми, кто окажет сопротивление, потому что ну это, наверное, вот те, которые более так настроены, что Россия для русских и так далее. Поэтому сейчас от этой волной мобилизации их всех затягивают в мясорубку и все, их больше нету и можно отрапортовать китайскому старшему брату, что все готово, пожалуйста, заходите, все и берите. Но повторяю, в этой теории самая опасная часть, это все-таки, если Путин еще и доведет до конца, решит сделать так, чтобы не было Москвы, не было Санкт-Петербурга, там еще нескольких крупных российских городов, Екатеринбург, наверное, там еще, не знаю, какие там цели есть у американцев на случай, если Россия нанесет ядерный удар, то есть, ну вот тогда он как бы уже завершит это. И опять-таки, кто-то может сказать, а зачем китайцам Россия, зараженная ядерным взрывом? А им и не надо, понимаете? Вот если, условно говоря, на Москву попало пару ракет, то просто обнести забором эту территорию там, в радиусом там, в 300 километров, и пусть она там остается, как, знаете, как Чернобыльская зона. Туда просто никто не будет заходить. Не надо им это. Может быть, ну, потом экскурсии будут водить в скафандрах. Там китайцы будут, они же любят всякие экскурсии, там все фотографировать. Будут проложить там туристическим маршрутом в каких-то свинцовых скафандрах. А в Сибири там, там такие просторы, друзья. Там, если этот город уничтожили, то до следующего года города там 3000 километров непроходимой тайги лес будут забирать китайцы сразу, это вообще первым. И потом все недра, все, что там есть. Поэтому не скажите, что этот план не имеет, эта теория не имеет права на существование. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенца, призвал сократить население России до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Лев Фигаро. Необходимо изменить политическую систему России, России или вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек, заявил Валенца. По его словам, необходимо форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов. Даже если Украина выиграет эту войну, через 5 лет у нас будет то же самое. А через 10 лет мы увидим появление другого Путина. Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит только расчленение нынешней России. Ну, то есть он не имеет в виду 50 миллионов, что убить остальные там, сколько, там, 70 миллионов или всего у них 120 вроде бы. Нет, имеется в виду разделить их на несколько стран, чтобы та, которая будет правоприемником нынешней России, чтобы она была на территории, на которой проживает порядка 50 миллионов человек. Он абсолютно правильно говорит, потому что как бы ни закончилась эта война, если по итогам этой войны Россия останется, вопрос новой ее агрессии против соседей, это будет вопрос какого-то времени. Как вот, ну, вот было же Приднестровье, потом все думают, ну ладно, все, на этом закончилось. Потом Грузия. Ну ладно, ну, наверное, дальше никуда не пойдут. Потом Украина один, сейчас Украина два. Не остановятся они никогда. Притом Приднестровье было до Путина, при либералах российских, там Ельциной команды. Поэтому так будет всегда до тех пор, пока э, империя существует. И, в принципе, Валенса говорит абсолютно здравые мысли. А, также он сказал, мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО и Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия. Абсолютно здравая оценка. Кстати, вот, друзья, информация, которая меня лично немножко... Не то чтобы тревожно. Хотя, да, наверное, можно сказать, что это тревожная новость. Значит, у них на 15 июля в России назначено экстренное заседание Государственной Думы. То есть ее распустили на каникулы, они должны были собраться осенью, зачем-то их собирают, вот через сегодня 11, через 4 дня, зачем-то их собирают. В 12 часов у них состоится внеочередное пленарное заседание. На нем планируется рассмотреть некоторые инициативы правительства и депутатов. Эм, то есть, что за инициативы никто не говорит. Но ну, якобы по поддержке экономики. Не знаю, насколько вот это, ну, так вот, что они не знали неделю назад, что что-то нужно с экономикой делать. То есть им кто-то сейчас рассказал, что все плохо с экономикой. Я не знаю. Но тем не менее, э, есть, меня это беспокоит. Хрен их знает, потому что такие могут, знаете, для принятия каких-то решений. Ну, условно говоря, например, вторжение в Молдову или еще. Ну, они сейчас физически это не могут сделать, к нам вторгнуться. Они бы и так это сделали. но то есть, э, Надо будет следить внимательно, что они там на, придумывают на этом заседании, потому что, знаете, Госдума, это тоже это такой абсолютно нацистский сейчас стал орган. Там вообще, по-моему, адекватных не осталось. Каждое их выступление это просто... Они, по концовке они должны зиговать, потому что мы должны захватить, мы должны нанести ядерный удар, мы должны туда... Мы, то есть они вообще уже не обсуждают какие-то вопросы социальной политики, там еще чего-то, мы должны перевоспитать украинцев, мы должны отучить их от их языка, мы, ты, я не знаю, там, э, заседания в Рейхе, в фашистском, я думаю, проходили гораздо более мирно, чем то, что творится в Государственной Думе России, так, ваши вопросы, Андрей читал на каком-то сайте, что Борис Джонсон может стать главой Альянса. Насколько это может быть правдой или фейк? Нет, я говорил об этом в субботу, это реально. Э, говорят, что это, э, не помню, кто, Блумберг, по-моему, дал ссылку, что есть вероятность, что э, Борис Джонсон может стать главой э, НАТО. Андрей, ваше мнение по поводу убийства премьера в Японии? Нет ли там русского следа, чтобы обезопасить себе тылы от земельных партизаний Японии? Не думаю, что настолько сложно. Там, знаете, там может быть китайский след. Потому что вот сейчас появились видео о том, что китайцы празднуют его смерть, потому что они считали его своим врагом. Там он ввел такую ну, достаточно жесткую антикитайскую политику в некоторых вопросах. Он признавал Тайвань публично. Для китайцев это, ну, такой, знаете, триггер, который... Поэтому... Хотя, знаете, они могли, в принципе, китайцы руками этих ФСБшников организовать это покушение. Я не знаю, я ничему не удивлюсь, но все может быть. Пойдет ли Китай и на Тайвань, Филиппины и другие маленькие острова Тихого океана с войной. Ну, Филиппины вряд ли, а на Тайвань вполне это возможно. Знаете, они, э, вот я так думаю, что они сейчас смотрели, как все получится у Путина и э, хотели посмотреть реакцию. То есть, если бы все проканало как с Крымом, я почти уверен, что уже в марте китайцы бы вторглись в Тайвань. Да, у Тайваня мощная армия, да, их поддерживают американцы, но если бы у Путина все легко проканало, как в 2014 году, вторжение было бы, но они увидели, что ответ оказался ну просто нереальный. И, во-первых, очень жесткий военный ответ со стороны Украины, во-вторых, совершенно неожиданный мощный ответ от мирового сообщества в виде санкций, поставок оружия. Сейчас Китай, наверное, уже задумался, как бы, ну блин, конечно, Тайвань захватить хочется, но получить такие же санкции, как Путин, вообще не хочется, потому что, понимаете, тогда полтора миллиарда китайцев там начнется голод. У них нормальная экономика, она хорошо работает, но в принципе рядовые китайцы, которые живут в глубинке, они живут достаточно бедно, они там живут на 200 долларов в месяц, как бы, ну, даже питаются средне, так скажем, если это я очень мягко говорю, плохо питаются. То есть, если против них ведут санкции, тогда эти полтора миллиарда будут просто нечем кормить. Там просто начнутся восстания. Поэтому я думаю, что сейчас они все просчитали и решили, что пока лучше никуда не влазить. Так, хорошо, друзья, едем дальше. А, да, вот новость от Литвы, что Литва, казалось бы, такая маленькая страна, но очень гордая. Она в ответ на угрозы Кремля усилила блокаду Калининградской области. Вильнюс расширил ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Как сообщает Рейтер, со ссылкой на представителей литовской таможни, с сегодняшнего дня запрещено провозить цемент, древесину, алкоголь и промышленные химикаты на основе спирта. Русские уже опровергли эту информацию, но э, рейтерс тоже на эти агентства не пальцем делал, она фейки не распространяет, поэтому я думаю, что ну, значит что-то реально ограничили. А Опять-таки опровержение со стороны россиян, ну, пш, насколько ему можно верить, потому что если верить тому, что они все время делают свои заявления, тогда уже вообще мы живем в другом мире на другой планете, и все по-другому. А вот то видео, которое он случайно показал перепутав, сейчас мы к нему вернемся, Дело в том, что на России вот последние несколько дней просто какие-то череда катастроф, ну, во-первых, в оккупированном Крыму, просто страшные ливни, которые там затопили и Ялту, и Симферополь, и, ну, просто наводнение смывает все, а потом вот в Сочи тоже началось, и даже в Москве на выходные был... Просто нереальный шторм, один человек погиб и 10 человек были ранены. Но вот с этим, вот, ну, помимо того, что вот, знаете, такой, такое, как будто с небес посылают знак Путину, но э, символизм того, что произошло в Москве, он просто зашкаливает. Сейчас я вам объясню почему. Давайте сначала посмотрим это вот видео, и потом я вам прокомментирую шестое видео, которое мы тогда показали. Так вот, друзья, по поводу знаков э, свыше и про мистический символизм, вот этот единственный человек, который погиб от этого шторма в Москве, это происходило на украинском бульваре. В Москве есть украинский бульвар, и вот там дерево упало на человека и убило его. Это, ну, знаете, да, наверное, совпадение, но, блин, настолько вот оно необычное. И очень интересно, пока нет никакой информации, кто этот человек. Если еще окажется, что это какой-то ФСБшник, тогда как говорится, атеисты, шах, шах и мат вам. Просто. Так. Друзья, хочу вам рассказать еще одну историю, которая просто, вот знаете, это э, ад адский. В Новосибирске э, был такой ученый, Дмитрий Колкер. Э, очень известный человек в научном мире, академик там, и прочее, третье-десятое. Э, его обвинили в э, государственной измене. Но в чем... Э, в чем суть ситуации? Дело в том, что он находился на последней стадии борьбы с раком, то есть у него был рак четвертой степени. Более того, он находился в настолько плохом положении. Он был в больнице, в частной клинике лежал, лежал под трубками, то есть у него там питание вену, там, короче. Он даже в туалет не мог ходить. Так вот ФСБшники пришли к нему, задержали его, посадили в самолет и отправили в Москву, в Лефортово, в изолятор ФСБ, чтобы его там допросить. Естественно, он там тут же умер. То есть, ну, вы представляете вообще, какой просто нереальный трэш. Ему судья там в этом в Новосибирске, оно, а -а она одобрила ему задержание несмотря на то, что адвокат предоставил все справки, Притом это было видно, понимаете, когда человек там бодренький приходит и, и показывает справку, что он сильно болен, ну да, как бы можно усомниться, но когда чувак лежит просто при смерти, по нему видно, что ну, человек просто умирает, он он не транспортабельный, он фактически мертвый, и вот э, насколько надо вот этой власти, этим, этому судью, судье, этим фсбшникам, насколько надо быть не людьми? чтобы схватить этого человека, запихнуть его в самолет и отправить в Москву, и его поместили там в изолятор. То есть не в больницу, а в изолятор, в Лефортово. Вы понимаете, что какой на этой цепочке то есть он контактировал с десятками людей, которые видели его состояние, видели его документы. И ни одна мразь не проявила какой-то элементарный гуманизм, потому что тем более, что это было только обвинение. Это первый его контакт с юстицией. У них была откуда-то информация, что он сливал что-то китайцам, и вот они его только первый раз задержали сразу. Без даже того, чтобы подумать, что, ну, окей, давайте приставим к нему охрану в этой больнице. Давайте как-то подумаем, проконсультируемся с врачами, он вообще выживет от этого перелета или нет. Пофиг. Судья выносит решение, ФСБшники хватают и все насколько оскотинившаяся система, насколько она бесчеловечная. То есть мы потом еще удивляемся, что они там какие-то делают вещи в Украине, творят. Это просто роботы, в которых абсолютно нулевая эмпатия. У них вообще нет сопереживания чужой боли, чужой проблемы. Человек, который он не получил еще э, обвинения. Повторяю, только у них была информация о том, что он сотрудничал с Китаем и они его фактически убили. Да, он бы скорее всего умер, при в ближайшее время, потому что он был в очень плохом состоянии. Но он, одно дело умереть на больничной койке, когда тебе там колят какие-то обезболивающие, как-то более-менее, ну ты уходишь э, по-человечески, другое дело, когда тебя просто фактически за запытали до смерти, потому что в его состоянии это просто пытка. И он умер вот соответственно без всяких обезболивающих, без ничего. Вот. Э, вот такая вот история. И вот на фоне вот всего вот этого трэша, э, либерально демократическая партия, партия Жирика сдохшего, они обратились к Государственной Думе с предложением заменить в России понятие президент на правитель. То есть они сказали, что президент это не русское слово, да и вообще как бы президент, ну предполагается, что его надо выбирать. А помните Жирик же говорил, что зачем нам вообще президенты, выборы, надо чтобы царь был как бы он у них уже есть на самом деле царь Путин же будет вот сто процентов пока он не умрет сам или его не убьют как бы там третьего варианта чтобы были выборы и кто-то его победил это невозможно даже если бы это и произошло на самом деле но это невозможно тот кто бы его победил он бы умер сразу тут же от счастья и, и от небольшой дозы новичка поэтому вот ЛДПР продолжает вот этот вот эм, тотальную просто деградацию того, что происходит в России. И говорят, правитель, пусть будет правитель. Как, вот как, как к нему обращаться? Ваше высочество, ваше, ваша светлость, ваше сиятельство, ваше высокопреосвященство. И еще одна история, которую я хочу вам рассказать, друзья, в завершение. Канада возвращает турбину, э, турбина газопровода Северный поток-1. Э, Россия Короче, там стоят турбины э, Siemens. Конечно, Россия не могла сделать сама турбины. Турбины надо обслуживать. Обслуживают эти турбины Siemens в Канаде. Есть специальная фирма, которая там, не знаю, что она с ними делает, там смазывает, меняет какие-то запчасти. В общем, э, до войны ее отправили туда на э, восстановление. Они ее восстановили, но началась война. Канадцы говорят, сори, началась война, вы под санкциями, э, мы не можем вернуть эту турбину, потому что это противозаконно. Турбина входит в высокотехничное оборудование, которое мы не можем вам отдавать. Короче, шли долгие торги и сломали Канаду, убедили их, ну, в первую очередь Германия, потому что сейчас русские сказали, так, мы останавливаем Северный поток-1, у вас не будет газа и все. И окей, канадцы говорят, ладно, мы вернем вам эту турбину, качайте себе на здоровье. Но, как бы, знаете, с таким изуитским издевательством россияне сказали, Хорошо, конечно, турбина все классно, но с 21 июля мы план, проводим плановый ремонт газопровода и мы его закрываем на техобслуживание. То есть как бы турбина сейчас приедет, но мы хотим там его немножко поремонтировать, не знаю, там ершиком прочистить от газопровод до Германии, или как они это себе представляют, в чем это будет заключаться, техобслуживание. Но сам факт, что они хотят сейчас перекрыть газ Германии, и в Евросоюзе на полном серьезе говорят, что есть большая вероятность, что русские, перекрыв этот газ, газ перекроют его до конца. И, кстати, это абсолютно подпадает под ту теорию, которую я вам говорил про Китай. Почему? Потому что, да, будет, у Германии будет проблема. Они уже объявили о том, что сейчас максимально сокращают потребление газа, включая бытовое, обращаются к людям, меньше тратить газа, снижают, короче, по всем параметрам но они выживут, потому что э, они сейчас уже с невероятной скоростью строят терминал для получения сжиженного газа э, в северном море, то есть это уже будет э, быстро в Балтийском море. Это будет сделано и, то есть тогда все нормализуется. но Россия полностью убьет себе бюджет, потому что львиная доля российского бюджета это деньги за продажу газа и нефти. То есть они сами себе перекрывают газопровод. Чтобы перекрыть им нефть, для этого работают там другие люди. Фактически это с осени уже произойдет окончательно. То есть в российском бюджете просто не будет денег, но ну, это могло бы произойти в конце года. А Путин говорит, а мы сейчас закроем. А что нам ждать конец года? А давайте быстрее стреляем себе в ногу, несите мне мой большой маузер. То есть как раз это подпадает под то, что он работает на Китае и просто уничтожает, целенаправленно, шаг за шагом уничтожает Россию. В принципе, наверное, план неплохой. Не знаю, насколько хорошо, что Россия будет, ну, по крайней мере, Сибирью и Дальним Востоком будут управлять китайцы. Это тоже большой вопрос, во что это все выльется. У китайцев, по крайней мере, нет планов нападать в военном смысле на какие-то страны, потому что это как бы у них другой менталитет, они экономически все захватывают. Но Сибирь им нужна физически, потому что там находятся ресурсы. В то же время Франция сегодня сообщила, что полностью отказывается от э, российского газа и, и рекомендует это сделать всем остальным странам. И сейчас уже то, также сообщили, что находится в разработке седьмой пакет, который предполагает полный отказ от российского газа. Тоже кому-то поэтапный, кому-то сразу. Но вот это происходит. Андрей, а это человечно предложить уничтожить 90 миллионов человек. Если вы имеете в виду то, что предложил э, Валенса, это не уничтожить, а э, сократить э, Россию. То есть Россия сейчас 100, 140 или 120 миллионов населения. Он говорит, что разбить ее на маленькие страны, и вот та, которая будет правоприемником. Я не знаю, в каких границах она будет, это Московская область или больше. Вот там, чтобы было максимум 50 миллионов человек, чтобы они не могли собрать большую армию, там, как первый шаг сократить, я так понимаю, именно таким, как можно уничтожать другим. То есть это, я не думаю, что он, он бы такое мог сказать в Европе. Его бы заплевали там сразу, моментально. Поэтому я думаю, что вы просто неправильно его... Поняли. Так, все, друзья, мы на этом сегодня заканчиваем. У нас опять немножко длинный стрим, но я надеюсь, что он был для вас интересным. Будем наблюдать. Я думаю, что в ближайшие дни, может быть, недели, будут очень важные новости, и мы с вами будем их, конечно же, разбирать. Поэтому с вас обязательно подписаться на канал, чтобы не пропустить то, что мы с вами будем обсуждать потом. Лайк, репост – это железно. Ну и кто хочет нас поддержать, тоже будем этому очень рады. Ссылки на Patreon и PayPal в описании или QR-код, который вы видите на своем экране, наводите телефончик. Камеру нажимаете, переходите и становитесь нашим патроном. Мы будем этому очень рады. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания.